Wildlands Host. Том Клэнси Хост Рекон. Так, у нас тут. Что у нас здесь? Нам нужно найти вот этого. Где он у нас находится? Санта-Бланка. Так, это где-то здесь. Санта-Бланки. Ага, это даже поблизости. Поехали сюда. Как раз узнаем. Поехали. Где этот чувак? И уже наконец доберемся до чумы и уничтожим этого. Долго так ехать. Сука, мать твою! Спустились по-быстрому. Он один тоже спустился, видно. Так, здесь можно добыть оружие. Я думаю, здесь не много. Дрон в полете. Вот он сразу стоит. Черт, дрона засекли. Прячься, тупица! Граната! Атакую врага! Да не, ну граната нам не нужна. Вали. Все хорошо. Никто не обосрался? Никто. Ведь никто не обосрался. Ящик. Ну и что здесь? О, хорошая вещь. Так, легкий пулемет, дальность насадки, он пополам. Оглушитель есть, оглушителя нет. Свинью? Мы сообщим повстанцам, где находятся припасы, они тоже нам чем-нибудь помогут. Хорошо, а теперь что? Где этот? Ага, ну
ехать в эту черную зону. Где-то вот тут. Езжайте без меня. Огонь, огонь, огонь! Черт, нас заметили. Дерьмо. Оружейный ящик. Через пару секунд они будут здесь. Что нам делать? Солдаты единства. Вот это еще единство тут привязалось. Ну, как это? Тут медаль картеля. Какой-нибудь бандит будет по ней скучать. Парни из единства хотят пострелять. Вон они сюда. Так я не понял. Hmm.
Смотрите, оружейный ящик. Подойдет к моим ботинкам. Автомат какой. Ладно, походу на мой автомат. Чума вместе с братцем готовится покинуть страну. Этого нельзя допустить. Ликвидируйте его, пока не сбежал. Хорошо. Где это? А я где? Я вон там далеко очень. Ну давай, раз того нельзя, значит нужно ликвидировать чуму. Сладенького чего-то хочется, да? А ты кофе пил? Да, отыщите чуму. Компас, пас. Ссорит генерала Барро Санта-Бланка. Это круто. Говорят, часть его солдат перешла на сторону повстанцев. И если теперь с ними не нужно драться, это здорово. Я за рулем. Можно ехать. Это лодка? Где этот летающий? Это лодка, похоже.
¿Qué tal? ¿Todo bien? Solo por primera vez de gira en nuestro país. Te lo vas a... Pero, ya dámeme. Немножечко. Намаз, отложи в сторону все твои дела. У меня есть для тебя задание первейшего. Что нужно? Нужна ваша поддержка в операции часовой. Поддержка? Я знаю этого парня. Не зарывайся, или он скормит тебе свою шубить. Переключаюсь. Кровопролитие – штука зажравная и не приносит никому счастья. Позвольте Санта Блан... Вижу антенну картеля. Отключим ее и оставим их без связи. Намат, на связи Мачвуд. Как слышно? Прием. Мачвуд? Слышу вас хорошо. Я здесь без своей обычной команды. Наша подруга говорит, что вы отчаянные ребята, которые знают местность. Вы ставите задачу, мы ее выполняем. Мне будет нужно, чтобы меня кто-то прикрыл. Я свяжусь с вами, когда буду на месте. Вас понял. Так, не стройте из себя ковбоев. Держитесь незаметно. И никаких трупов, пока я не скажу. Понятно? Стоп. Это его дом. Чума спасается бегством. Давай убьем его сейчас, чтобы не возиться потом. Поторопимся, но без спешки. Мне будет нужно, чтобы меня кто-то прикрыл. Я свяжусь с вами, когда буду на месте. Вас понял. Так, и не стройте из себя ковбоев. Держитесь незаметно. Никаких трупов, пока я не скажу. Понятно? Понял. Это скрытная операция. А-а-а. Конец связи. Похоже, нам придется прокатиться с самим Сэмом Фишером. Что за Сэм Фишер какой-то? Ну, нам сейчас не это важно. Надо убить. Один мой приятель, который обращался в Paladin Nine Security, работал с Фишером над делами о похищениях в Южной Америке. Он говорил, что Сэм очень крутой. Надежный, как скала, но не из тех, кого ты позовешь на семейный ужин. Думаю, в свое время ему нехило досталось. Еще ребенком он остался сиротой. По-видимому, кто-то подстроил смерть его дочери. В него стреляли, его кололи и пытали. А он жив-здоров, как какой-нибудь Распутин. Нужен серьезный стимул, чтобы удержаться после всего этого дерьма. Фишер годами играл со смертью. Это жестко. Иногда я думаю обо всех ужасных вещах, которые мы делаем для нашей страны. Мы приезжаем в другие страны, отнимаем жизни одних, калечим жизни других. Я бы, не задумываясь, сделал все это снова. Но я не знаю, смог бы я зайти так же далеко, как Сэм Фишер. Вижу бандита с ПП. Там, в Асенде. Намат, говорит Мачвуд. Намат на связи, прием. Я на позиции. Вот мои координаты. Помните, тихо, скрытно и без трупов. Ну сейчас, давай уже шубьем этого. Чума вместе с братом. Она с глушителем у меня. Там же ж ходит. Здесь и... рядом гражданский. В зоне гражданский. Смотри, как стреляет. Целься внимательно. До свидания. Привет, кто там с нами на связи?
Привет, дружище. Они идут прямо на нас. Что будем делать, босс? Идут на нас. Идут на нас. Иду на позицию. Давай, черт не его. Вижу цель. Нужна позиция получше. У меня есть цель. Погоди, сейчас займу позицию. Боевая готовность. Огонь по целям. С этим мы разобрались. Спалили, одного спалили. Все, надо идти дальше. Тут больше никого нет. Что это за херня? Трава? Больше похоже на крэк. Чума умеет зажечь. Этого у него не отнимешь. Так, я думаю, не сюда идти. Это плохо, что я не вижу. Подписывайся на канал еще, дружище. О, сюда надо. Очки навыка получены. На R1 с гранаты кидать. Гранату кидать, я что, не знаю. Зато я не с подписчиками. Вот, видишь? Полюс там. Так, что тут у нас? Подвал какой-то. Вижу чуму. Уничтожить. Обнаружен туннель. Слышу звук мотора. Летеха сбегает. А как его догнать-то? Они на чеку. Вот он. У нас все чисто. Сажусь на мотоцикл. Поехали. Давайте без меня. Этот придурок не должен уйти, ясно? Туннель кончается. Чуме бежать некуда. Когда откроет огонь, уложите его. Вот это падло. Братва. Спасай, братва. Да, думаешь, надо сделать потише? Черт, почти. Стоп. Все, капец. Где?
процесса. Так, а ну надо. Аудио. Так, чтобы получше было слышно меня. Вот так отлично слышно. Санта-Бланки раз. А что такое? Почему не чумы? А, я его убил. Ха. Настоящий крутой орешек, Сэм Фишер, сейчас в Лакрус. Ему нужна ваша помощь вне обязательной программы. Да, спасибо, конечно, делайте, было бы что классно. Он развивается быстро. У кирпича с мечтателем нынче война. Потому что мечтатель приказал кирпичу убить брата? И кирпич заказал мечтателя единству. И что-то пошло не так? Не так уж. Позволим им переубивать друг друга? Ха, увы. Без кирпича нам на мечтателя не выйти. Они дружат с детства. Нам нужно знать все, что знает он. Ясно. Берем кирпича, пока его не вывезло единство или не прикончил мечтатель. Еще никого не убивают, обойти. Ну, кирпича-то мы попозже найдем. Как вот не пройти, никого не убить. Намат, говорит Матчвуд. Намат на связи, прием. Я на позиции. Вот мои координаты. Да, конечно. Подписывайся, отлично будет. Теперь как-нибудь сделать так, чтобы их не заметили. Еще не убиваю никого. Что? Так, а где он? Угу. Где-то решетка повсюду, походу. А, по периметру. А если проехать на машине? Можем начинать. Стой, тачки нет. Извини, браток, но мне нужна эта машина. Вали. Держитесь, я поведу. Ола. Я тут, покатили. Ну а как там пройти? Я думаю, можно, но только надо этот нокаутировать их, походу, ну, отключать. И без трупов, ну вообще, короче. Тут есть как-то объехать, может. Это
летит птичка добавлю. Единства. Берегись. Запускаю дрона. Нет сигнала, глушит частоту дрона. Да, да, можно. Сейчас. Да ё-моё, ну что такое? Подписывайся, дружище, на канал. Ой. Я кинул тебе пригласил. Ты тут? Слышно меня хорошо? Почему я не могу выбрать сюжетное задание? Настоящий крутой орешек, Сэм Фишер, сейчас в Лакрус. Ему нужна ваша помощь вне обязательной программы. Делайте, что он говорит, и постарайтесь не злить его. Алло, да. Алло, да. Да, да, слышу. Да, да, слышу. Здравствуйте, добрый вечер. Или утро, как вам можно обращаться? Да, я Димон. Да, я Димон. Все. Спасибо. Тебя зовут? Саня, да? Саня, да? Меня нет, меня не Саня, меня Михаил. Миша, как мне выбрать это сюжетное задание? Вот это не сюжетное задание, это, короче, испытание. Испытание задания. Есть такие задания, разработчики запускают, получается, испытания. И типа они сложные, там можно всякие плюшки получить. Ага. Так. Вот это? Ну, да. Вот это? Я маячок поставил. Ну да, это вот часовой. Ну там нужно, короче, никого не убивать, и чтоб тебя не обнаружили. Да, и как мы туда пробьемся? Ну, знаешь, я не знаю, как мы туда пробьемся. Не, ну сейчас надо уже нужно дождаться 9 часов вечера. Ага. Пока не этот. Не надо. Так давай тогда что-то вот здесь. Что? Давай что-то еще тогда поделаем. Ну тут можно вот походить такие сюжетные миссии, лично у меня вся игра пройдена. А. Недавно я прошел, кстати. Так. Что у тебя тут по карте? А, точно, ты же можешь выбрать миссии. По-моему, сейчас должна быть миссия, где мы должны кого-то чувака прибить. Одного из главных боссов. Вот кирпича вот можно. Кирпича, да. Ну да, нам на него нужно задание. Вообще, в принципе.
Оно доступно там? Да, 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 да. Все нормально. Отправляйтесь за ним, так, возьмите, прежде чем давай, поедем. У Боуман есть техника, зачем мы просим ее у повстанцев? Враг готов. Так, вон. Садись в тачку. Погнали в тачку. А где ты? А где ты? Вот я сзади. Ой-ой-ой. Поехали. А, прикольно. А, прикольно. Ну, она из ящиков падает вообще, в принципе, она вот она купается. Ну, она двухместная, поэтому... Такое. Да, пусть они спаунятся. Мне она просто от них уйти нужно. Ехать только далеко. Можно было в принципе. У меня все как-то открыто, я могу просто фаст-тревел вот тогда телепортироваться. А ты можешь за мной. Вот еще какой-то сюжетный задание. Где? А так смотри, вот. Сейчас я скажу. Вот желтенькие, это типа там основные задания, а вот все остальные, там зелененькие, вот эти вот типа дополнительные задания, ну, там ресурсы дают. Вот смотри, давай тогда вот, сюда. Давай тогда сюда вот. Чуть. Вот у меня линия, аккуратно, так не все. Это я ближе, там тернулся, где у меня открыто. Ближе? Так, где эта миссия? А, вот я нашел. Ой, медиа луна это, кстати, да? Интересно, интересно. Так. А ты где ближе темпл? Ты сейчас где? В Окара? Или где-то? А я не знаю. А сейчас посмотрим. Посмотрим. А, вижу я где-то. Вот здесь вот, да? А, вижу. А, кстати, ты прям близко-близко тэпнулся. Нифига себе ты, конечно, ну, да, пошел. Да. Ты уже загрузился? Ты уже загрузился? Оп, я еще нет. Оп, я еще нет. А какие у тебя еще есть игрушки? Что там есть? У меня? Да. Ну там... Что можно выделить? Радуга. Потом... Ну что еще такое? Из чего я помню, что у меня есть? Ну, пикайсик. Фаркай 5 есть? Фаркай 5 есть. Фаркай 5? Я его не брал, потому что, типа, ну, зачем? RDR есть. RDR есть. RDR? Не, я вот именно новые такие, типа, игры, типа RDR, вот этого всякого я их не беру. Понял. У RDR там вообще, типа, мультиплеер сырой. Мультиплеер, да. Мультиплеер, да. Сейчас доедем и бьем брата. Кирпича. Можешь на мотоцикл поехать? Можно, да. Включим передатчик повстанцев. Снесет правду в массы. Сюда тут же находится куча бандитов. Ну, кстати, знаешь, что должны с ним сделать? С кирпичом? Что? Мы должны будем, короче, схватить, запихнуть и отвезти. Его убивать не надо. А, ну отлично. Ну, отлично. Или даст информацию. Да. Так,
так, у нас что-то бубо какой-то смешное, может кто-то другой здесь? Да возьмем там. Да возьмем там, думаю. Вообще меня очень удивляет система, типа вызвал машину в этой игре. Ты можешь покупать машину за реальный день. Да ну, зачем я буду? Так. О, вот вчетвером, кстати, вот вообще кайф. Так мы теперь вдвоем будет этих двоих. Не, вот не ботов не будет. Они вот так очень сильно сделали. Потому что типа по-другому это было просто по-читерски. Там же ботов с помощью команд, они же вообще там типа имбовые. Ну да. Так, сейчас едут патрули, может мы остановимся, я там их взорву, может проще. Давай валим. Прячемся, Граната. До свидания, ребятки. Вертолет у нас падает. Граната, получай, сволочь. До свидания. А это что такое? О, все взорвало. Так, отрегинись. Где вертолет? Иди сюда, малыш. А чёрт, у меня кровь. Ну ладно, он меня убил. Можешь меня вызвать? Да, да. Да, пока не приехали еще. Надо было брать. Ну вот, нет. Ой, черт, утром будет больно. Все, пойдем отсюда. Пойдем нахер нужно. Да-да-да. Вот вертолет, сейчас я его собью. Тут еще просто едет. Два патруля. Я просто вертолет остарялся. Осколочная. Сейчас. Лёха, Лёха. Тебя убили? Да, да. Смотри, да, там двое. Смотри. Так. Ну. Ещё один дали. Короче, в травку уходим. Можно в травке спрятаться и нам ничего не сделать. Погнали. Давай сюда иди. За мной. Ты с ними стреляться будешь? Лучше в травке спрятаться, прям не следить. Давай, ложись. Здесь все же... А, нет. Вот хорошо то, что там сейчас вертолет с ракетами полетел, а мы сейчас буду капут. Надеюсь, не спали. Ты бы лучше ко мне переполз. Там просто шанс больше, что они тебя запарят. Так, а пока можно... Они еще никого не заметили? Цель 5. Заметили. Что, как я не помню, принял? Что? Так, сейчас. Побежали? Ну там тачка снизу. Да, вот это бери. Давай из машины, живо. Не усложняй ситуацию. Заныкался. Нафиг ты на них-то едешь, алё, Они нас расстреляют. У тебя же навык по-любому не вкачан, который на защите машины. Вот, смотри. Так я могу такой же вызвать. Знаешь, что ты сказал? Короче, берем броневик, да? Залазь. Погнали. Поехал. Можно это взять, они целее, видишь, можно их взять. Ну, все, он будет доехать. Ты сейчас специально. Я очень интересно, как это случилось. Вроде хотел выйти, взять новую. А ты быстрее добежишь лучше, я не расставляю.
Ну давай. Все, убили. Такое. Та-да, та-да. Мне сейчас выскакивают такие сообщения тут. Там маленькие дети пишут. Долго что-то, долго что-то. Потому что мы в кооперативе, наверное. Ну да. Да. А, так, вот это что взял, или лучше я возьму... Не, лучше я это возьму. Вот я считаю, то, что самое лучшее оружие в этой игре, это АК-12. Просто стильно поношу. Чё у меня стандартно? А гранатомет он тоже не стоит, да, я так понял. Или что, с ним вообще полетело, что ли? Погоди, стой, все сяду, надо потом верит, как и я, что мы человеческие существа должны. Поехали. Для себя и для матери земли. Там на автомат ручка выставляется. Это наследство, которое мы оставим будущим поколениям. Кстати, ему что, интересно игра? Да, неплохо. Да, неплохо. Кстати, вот тут есть хардкорный режим, типа, с одной жизнью. Видел такой главный? Нет. Нет. Нет? Нет. Нет. Короче, там как-то... Призраки называется, или как-то так, типа там одна жизнь, вот. И короче, если типа пройти игру в этом режиме, то можно получить все части экзоскелета. Так, вот здесь мы высаживаем. Я бы высадился и обошел бы. Эй, там перестрелка. А? Дружки кирпича из единства ведут перестрелку с картелем. Ясно, пойдем искать кирпича. Зима. С этим разобрались. Хорошо, сейчас все взорву. Минус. Сука! Еще где-то тут должен быть. Вижу вертушку с припасами. Давай ее угоним и отдадим повстанцам. Кирпич уходит. Он сейчас на броневике будет. Берем этого ублюдка. Брать живым. Повторяю, он нам нужен живым. Блин. А, ну понятно. Вон он, да.
да, поехал. Вон, да, поехал. Да, он поехал, ты его не догонишь. Тебя либо сольют, либо ничего. Он ушел уже. Помедленно. Слушай, а может пойдем ловушки какие-нибудь раздобудем тебе? Кого раздобудем? Кого раздобудем? Да, можно найти. Так, это боевой вертолет, это боевой вертолет. А ты на вертолет тоже сел? А ну-ка, сейчас мы его догоним. Слушай, Жака, ты как отключить этот корпоратив? Кого? Я не знаю, но я сейчас буду его мочить по машине. Все готово. Все, вот так лучше. Ты так 20 лет буду убивать кирпича и этого. Кирпича, все. Там перестрелка. Дружки кирпича из единства ведут перестрелку с картелем. Ясно. Пойдем искать кирпича. Тихо, тихо. Всем залезь, вертушка. Единство стреляет по картелю. Дрон в воздухе. Ни черта не вижу. Сигнал дрона заглушен. Он нас заметил. А, он не видел. Пустил. Вертушка единственно на подлете. Залечь. Вертолет, ложись. Это понятно. Вертушка, ложись. Это мой шанс. Атакую. Враг готов. Чертов Апачи сейчас будет стрелять, ложись! Граната в укрытие! Контакт! Парковка! Спрячься!
Осколочная. Прочь оттуда, скорей. Да... Капец. Спасибо. Вертушка, ложись. Черт, тут снайпер! Слишком много, они как-то спалили всех. На землю вертолет. Вертушка, ложись. Оружейный ящик. О. Вертушка! Залезть и убить их. Сверху поставили. Вот. На землю вертолет! Граната, граната! Всем залечь, вертушка! Внимание, здесь Санта-Бланка. Ну ничего. Вертушка, ложись! Так, гранату не гранату, а куда ее туда снимем не то. Да, не бронежилет, так не делать. Калаш мой. Следи за футбольным полем. Где я тебе его возьму? Ну так арсенал, где надо найти. Чтоб взять.
них сколько. Вечеринки. Залечь, вертушка! Вон он идет. Кто он чинит? Единство. Тихо. Ну, вылазь. Баксин, что такое? У нас потери, потери! Вертушка, ложись! Да ё-моё, нахер я его спасал вообще? Да я его отключил. Да вдвоём, ну... Ты ему сказал? Нет. А я откуда знаю, что он там, мне всё равно. Бывает. Вступаем в бой. Васян. Я кто?
Взял, спалился. Бандиты на стороне единства. Не идет что-то вообще, не идет сегодня. Не получается. А, пройти не получается. Сука, мать твою. Черт, у нас потери! Начался только? Только начался? Осколочная, получайте, кулярос. Черт, у нас потери. И не нравится мне это вообще. Бестолковщина какая-то. Который час?
давай. Поехали. Ринго, это слушайте. Трепещите. На вас направлены все глаза. Только не опрокинь ее. Мы вас найдем. На вас обрушится вся мощь Санта-Бланк. Летит птичка единства. Берегись. Всем залечь, вертушка! Атакую! Что это такое? Да они тупо засекают и все. Тупо засекают, и вертолеты вас засекают. Вертолет, ложись! Осколочная, получай. Нашего подстрелили. Берегись, сейчас рванет. Апач целится в нас, в укрытие. Вертолет, ложись. Птичка единства, берегись. Вертушка, ложись. Апач целится в нас, прячьтесь.
потери. Я слышу. Вертушка, ложись. С тобой все будет в порядке, слышишь? Я уже иду. Acabamos de enviar tropas adicionales justo ahora. Ataquen y destruyan al enemigo. У нас потери! Эй, у нас потери! Кирпич уходит. Берем этого ублюдка. Брать живым. Повторяю, он нам нужен живым. Ты какой пассажир? Да нет, я цель убита. А чё? Кто его убил? Да я его убил как-то. Замочил. А его что надо ему делать? Захватить его что надо. Мне он не нужен этот пульт. Давай, короче, уже заканчивай, меня бесит. Кто? Да иди, я не тебе, я сам с собой. Я уже этот... Держитесь, я поведу. Сейчас опять же на повороте. Да там они перестрелка у них с кем-то, они меня по-любому идут. Да кто сказал? Чё они тебя засекают? Ну я вот не знаю. Вижу цель. Это чё? Они тут вылазят.
Нет. Todas las unidades, comiencen el ataque. Por aquí los americanos. Там их двое, понимаешь? Картель сцепились, понимаешь? Убит. Кирпич уходит. Берем этого ублюдка. Брать живым. Повторяю, он нам нужен живым. Я полечу. Я вообще не понимаю этого просто дебилизма. Ты правильно все и шел, только нафиг тебе тот вертолет был. А как мне гнаться за ним? Ну значит надо было улетать тогда. Вертушка Апачи меня сбила и все. С какой земли Апачи меня сбил? Поехали! Открывай огонь!
или бандит. Кирпич уходит. Берем этого ублюдка. Брать живым. Повторяю. Погоди-ка. Так, займемся заданием. Берем этого ублюдка. Брать живым. Повторяю. Он нам нужен живым. Это сейчас надо оторваться от этих. Иди сюда, мудила. Ты шо, он хоть... мразь! Убери свои поганые руки, мать твою! Не хочет. Да тут же шейте, посмотри, сейчас меня убьют. Отправились дальше. Может, ты нам нравишься, кирпич? Такие крутые перцы на дороге не валяются. Яйца у вас есть, признаю. Но вам, придурки, не удастся помешать мне грохнуть мечтателя. У людей вроде тебя друзей мало, а те, что есть, готовы переубивать друг друга. Что ж, истинная дружба в нашем бизнесе — редкость. Но родственники важнее. Ну, конечно. Между братом и боссом всегда выберу брата. Я шкуру сдеру с этого урода мечтателя, а голову на стену повешу. Трофей типа, понял? Да, обязательно. А вы? Какие из вас козлов нахер трофей? Позор один.
Наконец-то. Ну еще не доехал, сейчас еще где-то. Да. Приехали, кирпич. Здесь твоя карьера заканчивается. Америкосы, люблю вас. Одно слово, мечтатели. Эта журналистка уже выкладывает свои статьи в сеть. Ну, наконец-то мы закончили эту миссию. Да. Ему есть что сказать? Он злой парень, это точно. Ты просто шлюха. Теперь понимаю. Вы хотите отомстить мечтателю. Я могу это устроить. Каждое ваше слово станет гвоздем в крышку его гроба. Поэтому я еще жив. Твои, сука, люди убили моего брата в этой долбанной боливийской глуши. А теперь ты хочешь, чтобы я стал вам моего лучшего друга? Ты в каком, блин, мире живешь? Сдадите нам мечтателя, защитите себя. Зачем мне это делать? Ему и себе. Знай свое место, зараза. Ты в курсе, что дела здесь решаются между реальными пацанами? Я уважаю мечтателя. И если хочу себя уважать, то должен его пристрелить из собственной пушки. А еще у меня для тебя пуля есть, Карен Боумен. Ну да. Все, захвачен кирпич. Наши силы были рассеяны. Я был королем без армии. Да это ж тех, мои кого генералы мы поубивали. Убиты или схвачены. Я был беззащитен. Вот что это толку все те... от пушки без верной руки? С одной главы. Я лишился своего единственного друга. А когда я попросил мексиканских партнеров прислать еще бойцов, мне отказали. Я бы завербовал их в бандах Сальвадора и Гондураса. Кому война, а кому мать родна. Но нужно было время, чтобы подготовить их. И все это время я был бы мишенью. Ждал бы того, кто придет за короной. Вот такая вот у нас это. Дилемма. Да. Ну, он еще остался, Рики Сандоль. А не, он с ним не... Видишь, да. Давай у тех нижних носить. Два еще начальника отдела. Все, в общем, спасибо за трансляцию. Подписывайтесь, если бахнул лайк, красавчик. С вами был DC. До новых встреч!